Я вас обтрат на связи Фин, и мы продолжаем смотреть сериал «Зомби Апокалипсис» от Линча. Это у нас 16-й день выживания, чуваки, усаживайтесь поудобнее. Всем, кто кушает, приятного аппетита и приятного просмотра. Но мы начинаем. Пожарная тревога! Чёрт! Ля, ну всё, они побежали. Она нас погубит! Надо быстрее выключить ее! Должна быть какая-то комната охраны! Я посмотрю здесь, а ты беги дальше! Да уже бесполезно что делать, они сейчас бегутся уже, так. Все. Так, единственная комната, которую мы не обыскали! Проклятие! Ема! Что тут делаешь, мужик? Где? Где выключатель? Есть! Фух! Бля, что это? Майнкрафтик? Успел! На я успел! Долбится, гады! Ты сори просто! Слишком поздно! Мы окружены! Ну да, окей, сказал, бесполезно было врубать уже, бежать. Да. Зомби-то не тупые, как бы, да? Сразу сообразили, что, ну... Да. Что-то не что так. Что будем делать? Как нам теперь выбираться? Я даже не знаю. В принципе, как и полагается, ну, по тревоге поднялись, да, зомби? Всех перестрелять не хватит патронов. Это точно. Валить надо, все. Мы в ловушке. Слушай, может посмотреть на все это с высоты? В смысле с высоты? Не понял. Что, полюбоваться с крыши? С крыши ведь хороший обзор. Вдруг где-то удастся проскочить. А ведь и вправду. Не, ну по факту у них время есть что-то подумать, типа, и так далее. Потому что на окнах-то решетки стоят, типа, да, я думаю, они просто так сюда не проломятся. Может, они нас не окружили? Может, они только спереди? Пойдем посмотрим. Что, еще просто с другой стороны выйти, да? Ах, блин, а тут-то деревья. Двери вроде крепкие. Должны выдержать. В любом без решеток случае, все равно. Нам нужно побыстрее найти выход. Главное, чтобы зомби быстрее не нашли вход. Надеюсь, им не удалось уже проникнуть внутрь. А, почуяли? Нифига, вы нас не достанете, уроды! Ха-ха-ха. А здесь их много. С этой стороны бежать не получится. Не поймайте, ну не поймайте. Здесь бежать не получится. С этой стороны их очень много. Идем дальше. Опять по крышам так, пара курочек. С лицевой стороны около 50 зомби. Плюс еще мертвецы у дверей и окон. Да не, ну тут их, конечно, дофига. Неприятная ситуация. Со всех сторон, походу. Что у тебя? Здесь тоже много. Около сотни. А что со стороной, где мы заходили? Ну что-то как бы перекрикиваться, это не самый лучший вариант, по мне. Она слишком далеко от машины. Да и там, думаю, тоже достаточно зомби. Значит... Мы окружены со всех сторон. Что будем делать? Не знаю, Сэм, не знаю. Я бывал в похожей ситуации, но тогда мне помогли. Что делать сейчас, я даже не представляю. До машины метров 300. Если побежать и отстреливать... Блин, я как раз смотрю на машины и думаю, типа, может в них побежать? Нам и даже не говорят, дадут выйти. Все окна и двери... И плюс еще не факт, что тачка заведется. Двери буквально облеплены зомби. А прыгать с крыши слишком рискованно. Ну а что тогда делать? Без понятия, Сэм. Мало того, что они реагируют на малейший шум, так еще и чуют нас за версту. Это да. Сами-то воняют, как ужас. Блевать охота. Воняют, это мягко сказано. А что если... Нет, это бред.
А да ну, ладно придумал? Тебе, Линч! Выкладывай! Сейчас все идеи хороши! Реально, долго говорим. Ладно. Что если... нам на время стать зомби? Чего? Это как? А что в смысле? Ты несешь? Они нас чуют, так? Ну чуют они нас, и что дальше? Чуется? А дальше? Мы наденем вещи мертвецов. Измажемся их кровью и прочим. Чтобы от нас точно так же воняло. Фу, какая мерзость! Таким образом, мы нейтрализуем свои запахи. И максимально тихо пройдем мимо них к машине. Не, ну, в принципе, это может сработать. Типа... это должно сработать. Что думаешь, Сэм? Знаешь, что я думаю по этому поводу, Линч? Я думаю, ты сошел с ума. Да нет же. Нам-то надо всего 5 минут дойти до машины. Они и опомниться не успеют. Ну знаешь... других вариантов нет, Сэм. Помощи ждать неоткуда. Черт с тобой. Ладно, давай попробуем. Внизу как раз есть несколько дохлых зомби. Пойдем переоденемся. Блин, повезло, повезло. Скоро мы с вами встретимся. Не, ну тут как бы вариантов реально не особо много. Либо просто втопить, побежать, либо переодеться и попробовать выйти. Если что-то не получится, то, опять же, можно в любой момент просто убежать. А там уже как пойдет, да? Бля, ломится зараза, а? Ну что, Сэм, готов? Речи, речи, пацаны, в темпе. Такому вряд ли подготовишься. Чёрт. Фу, конечно, там одежда эта мерзотная. О, господи, да. Какая мерзость. Да, не говори, меня сейчас тошнит. Фу. Вроде все. Не, ну, вылитые зомби. Прям реально такие. Да, от нас разит за километр. Ну и видок у тебя, Линч. Да ты себя-то, Сэм, видел? Ты похож на какого-то побитого бомжа. Да, 2 бомжа заперты на атомной станции. Чисто бомжи-зомби такие. Ладно, Сэм, шутки шутками, но надо действовать. Погоди-ка. Что случилось? Сейчас, стой здесь. Надо кое-что проверить. Какого черта? Где труп охотника? Он же лежал прямиком здесь. Все в порядке, Линч! Смотри в оба, Сэм! Черт, неужели я его все-таки не застрелил? Да ну не. Значит, охотник где-то бродит по станции. Надо сваливать. Что там, Чурил? Линч? Тут был охотник. Я его застрелил, но тело исчезло. Надо сваливать. Охотник? Не хотелось бы с ним встретиться. Да, мне тоже, дружище, мне они, тоже. Они просто через Слушай, дверь пойдут? Если мы откроем двери, зомби могут повредить генератор. Да к черту этот генератор! Зомби могут повредить нас! Надо сваливать! Ладно, ладно, успокойся. Какой план действий? Так, значит, ты займешь позицию за углом. Я открываю двери. Если... Не, ну можно же было как-то, я не знаю, поаккуратнее это все сделать. С крыши спрыгнуть на крайняк. Если зомби на нас пойдут, стреляй и отступаем к крыше. А если они нас не заметят... Чтобы ну как-то чуточку хотя бы это поаккуратнее сделать. А... блин, чуваки просто безбашенные. Максимально тихо идем мимо них. Думаешь, это сработает? Других вариантов все равно нет, Сэм. Надо пробовать. Все понятно. Не беспокойся, я прикрою. Да я и не беспокоюсь, Сэм. Я знаю, что ты всегда меня выручишь. Ну что, занимай позицию. Так ладно, погнали. Сейчас будет весело. Let's go. Господи, как страшно-то. Я на позиции. Хорошо, помни, Сэм. Максимально тихо. Ну, вперед. Была не была.
И чё, они просто стоят? What? What the fuck? Да, просто как плащ-невидимка, пацаны. Ха-ха. Ля, реально сработало. Прикол. Это что? Чёртова игрушка! Бежим, Сэм, бежим! Отстреливайся! Чёрт, как их много! Бежим, бежим! Давай за руль, Нич! Садись, садись! Блин, такая срань просто, откуда ни возьмись, реально запорола, все зафейлило. Давай быстрее, я прикрываю! Жми на газ, жми на газ! Быстрее, быстрее! Все, все, Сэм, мы выбрались! У нас получилось, да! Да, дружище, у нас получилось! Получилось! Ладно, ладно, на этой тачке нормально. Я просто думал, что может они в какую-нибудь другую побегут, типа. Там уже, может, бенза бы не было. Вот а мы и добрались. Да, только где все солдаты? Чё, тут опять произошло что-то? И вправду, где все солдаты? Что тут Ковяка? Происходит? Смотри, Сэм, везде там кетчуп. Кровь. Не нравится мне все это. Кровь? Там ведь моя семья! Сэм, блин. Осторожнее, осторожнее! Пока они были в отъезде, просто весь экшончик пропустили. Были по стрелушке. Я прикрываю, не спеши! Попец. Что здесь происходит? Проклятие! Еще кровь! Черт, зомби! Сэм, держись! Вообще просто никого! Мария! Эма! Николас! Где моя семья? Где моя семья? Проклятие! Они все мертвы! Все Ля. Мертвы! Капец. Где моя семья, Линч? Где? Среди трупов их нет. Комната капитана! Быстрей туда! Может, хотя бы кто-то остался. Черт, еще солдат! Что за жесть тут вообще была? Еще кровь! Еще как много крови! Помогите! Он живой! Сэм, он живой! Где моя семья? Погоди, Сэм! Что случилось? Что здесь произошло? Они пришли! Отвечай, где моя семья? Кто? Кто они? Кто пришел? Есть еще выжившие? Очень много охотников. Это были охотники. Как всегда, концовочка. Не подкачало. Ну, зомби-охотник, конечно, тут шухера знатного навели. Уж чего-чего, а вот этого я не ожидал, что вот так вот получится все в этой школе. Жесть. Ну, будем надеяться, что хотя бы кто-нибудь еще остался в живых. Может быть, удалось кому-то сбежать, не знаю, скрыться, спрятаться где-то. Но в любом случае узнаем опять же в следующей серии. Ну, а на этом все, чуваки. Подписывайтесь, ставьте лайкосики, пишите ваши комментарии, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новых роликов. Ну, а с вами был Финн. Всем пока!